Итак, всем привет, ребята, с вами снова я, Лифтовик Суперский. У нас на обзоре лифт модели Фуштмаш. Кстати, у меня один пацан заказал обзор этого лифта. Да, пацан заказал обзор лифта. Долго 10 на 10 этаже? Недолго. А знаешь, как мой канал называется? Лифтовик Суперский. Ну, я тебе, короче, запись закончу, я тебе покажу. Приехали. Да, не кричи. Мы спали. Он десятый, скажи. Вид снять из окна. Потом поедем с девятого. Помнишь? Иди сюда. Так вот, я думаю, что вот этот пацан, который нас убегал, это все-таки, ну, хейтер мой, фейс-фейс. А ты как думаешь? Да, тоже. Наверное. А нас это вызвал, ладно, не важно. Я посмотрю. Фрунзе видно. Пошли. Не боись. Стой. Стой. Ты живешь на втором этаже же. Да. И густо пахнет. Знаешь, что бабушка приготовила? Тише, не боись. Что? Тут супчик с щуки. Не зови. Не вызывай меня. Тихо. Я что, будем готов убегать, хорошо? Не туда, не наверх, на низ. Заказу этого пацана сделал. Ну, пацан мне просто заказал знакомый. Обзор лифта. Узнал, что я лифтовик. Снимаю. Обзор лифта. Тут заказал. Пригнали. Ну ты где? Ладно, ребята. Закончу запись. Домофон там версия еще микро. Ладно, пока.